Продолжение темы. Этим летом в районном центре практически на каждой улице производятся ремонтные или строительные работы. Большим событием стало строительство и перекладка дорог. Но, несмотря на масштабы, это далеко не единственное направление, в котором заняты строительные бригады. В данный момент идет капитальный ремонт одного из корпусов больницы. Подробности смотрите в следующем материале. Многие заметили обросший строительными лесами фасад здания противотуберкулезного диспансера, который в данный момент реконструируется по заказу дирекции капитального строительства и инвестиций ЕНАО. Работы на этом объекте были начаты еще в прошлом году. Тогда была полностью отремонтирована и утеплена кровля здания. Капитальный ремонт здания проводится в два этапа. Первый предусматривает полное утепление здания и внешнюю отделку. Он должен был закончиться раньше, но сроки были сдвинуты ввиду того, что завоз строительных материалов не позволил отсутствующий этой зимой зимник. С началом навигации все, что необходимо для выполнения внешних работ, предусмотренных в первом этапе, было завезено по воде. Теперь темп стройки может помешать только погода, но пока больших проблем она не создает. На сегодняшний день работы ведутся интенсивно, мы находимся в графике. К концу года мы должны закончить все уличные работы. Это утепление фасадов, ремонт кровли, также утепление цокольного перекрытия. Проблем на сегодняшний день нет. Утепление выполняется современными влагоизносостойкими материалами. Цоколь был утеплен в два слоя. С фасадом больницы сложнее. В данный момент строители демонтируют внешнюю обшивку здания, под которой скрывается видавшая виды кирпичная кладка. После всех подготовительных работ и утепления здание облицуют. В отличие от привычного версалинцем кирпичного фасада, новый материал будущей внешней отделки заметно преобразит здание. Это будет мокрый штукатурный фасад, который улучшит энергоэффективность здания и также его внешний вид. Фасад завершит первый этап капитального ремонта. Его планируется закончить к концу года. Второй этап предполагает внутренние ремонтные работы. В их план также были внесены корректировки. Когда мы туда зашли, в общем, за время, с момента начала проектных работ и на момент реализации, прошло большой период времени. Естественно, нормативная база по требованию к поликлиникам и больницам такого уровня поменялась. Значит, нам необходимо будет откорректировать проектную документацию для того, чтобы поменять полностью все сети и сделать ремонт внутри. Речь идет о современной вентиляции, соответствующей всем требованиям – пожарной сигнализации, электрике и отделке. Все эти работы будут выполняться вторым этапом после завершения внешней отделки.